Более 1000 членов избирательных комиссий, сотни наблюдателей и волонтеров. Анапчане активно приняли участие в организации голосования по поправкам в Конституцию России. Формат сильно отличался от привычной системы. Избирательные участки работали несколько дней. Выразить свою гражданскую позицию анапчане могли за неделю до единого дня голосования. Однако трудности не помешали процессу. На всех участках имелись средства индивидуальной защиты. Кабинки для голосования обрабатывали дезинфицирующими средствами после каждого человека. А на входе анапчанам измеряли температуру. За порядком следили не только члены избирательных комиссий, но и наблюдатели, а также волонтеры. Они на добровольных началах решили помочь общему делу. Рассказывали жителям курорта о том, какие поправки предполагалось внести в Конституцию, и привозили урны на дом людям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня анапских добровольцев и членов избирательных комиссий отметили благодарностями представителей ЦИКа России и Совета ассоциации волонтерских центров. Движение волонтеров Конституции объединило как анапскую молодежь, так и добровольцев серебряного возраста. Супруги Лидия и Михаил Баличевы вместе уже 52 года. Сейчас воспитывают 4 внуков и правнучку, а также с удовольствием помогают другим людям. Активность проявляла у меня жена. В основном она меня тоже туда, как говорится, уговорила, чтобы пойти тоже с ней вместе и в волонтерской деятельности участвовать. Мы в активной жизненной позиции. Мы любим двигаться вперед и не хотим, чтобы старость за нами шла. Мы хотим идти вперед и жить долго и счастливо, и показать своим детям и внукам, что есть еще порох в пороховницах. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.